Фестиваль включает в себя научно-практическую конференцию по ландшафтному дизайну и малым архитектурным формам, заседание жюри и день открытых дверей Сочинского дома архитекторов, городской праздник и подведение итогов. И конкурсы фестиваль посвящены творчеству художника-дендролога Сергея Ильича Венчугова, лауреата государственной премии РСФСР по архитектуре за 1979 год, которого по праву считают создателем сочинского стиля озеленения. На фестивале с 3 по 5 февраля пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых, выставка цветочно-декоративной композиции.